Лето – лучшее время для модных экспериментов, особенно если это касается бижутерии. Модный каф сделает образ экстравагантным. Вариант без проколов особенно хорош. Можно менять образ несколько раз в неделю без похода в пирсинг-салон. Каф цепляется за хрящ. В отличие от клипс, в кафах не устают уши, а мочка не синеет от постоянного давления. Большинство кафов подходит только для одного уха, то есть многие производители не выпускают кафы парами. Если вам такой вариант не подходит, то можно просто купить минималистичные кафы в двух экземплярах и носить их парами. Слишком объемные варианты для этого не подойдут, но вот минималистичные или варианты с цепочками как раз можно носить на обоих ушках. Начать стоит с минималистичных, почти невесомых украшений из тонкого серебра, золота или другого качественного металла. Если сочетать каф с основной серьгой, стоит запомнить правило – украшения должны рифмоваться. Если на серьге есть стразы, они должны быть и на кафе. Ну и самый распространенный вопрос – с какой прической можно носить каф? Если у вас длинные волосы, их нужно просто заправить вот так за ушко. Так вы сможете продемонстрировать модное украшение, и каф не запутается в волосах. Ну а для тех, у кого короткая стрижка, кафы просто созданы для вас. Для деловой встречи выбирайте изящную модель с цепочкой или стразами. Это разбавит строгий образ, но не будет отвлекать. Кафы могут дополнить и праздничный образ. Для маленького черного платья подойдет изящная ветвь с камнями. Подобрать каф можно практически к любому наряду, в том числе и свадебному. Даже самые нарядные варианты можно ввести в повседневный образ. Для этого кафы можно зарифмовать с другими аксессуарами. К примеру, надеваем каф с такими же материалами, как и в аксессуарах для волос. К примеру, из жемчуга. Это будет смотреться очень гармонично.